Всем привет, выжившие, с вами Мудрсан. Итак, на сайте игры Survarium вышло превью обновление Survarium 0.3.0. Это обновление является юбилейным. Итак, поговорим сегодня о самых важных новшествах. Так, первое — это новый режим игры «Последний герой». Одним из самых интересных нововведений станет экспериментальный игровой режим, в нем каждый будет сражаться сам за себя, слабые бойцы будут выбывать из боя досрочно, то есть... Ну, если ты слабо играешь, то с очков от рождения у тебя будет, скорее всего, меньше будешь. Просто не будешь потом отрождаться, и все. Так, победит игрок, набравший максимальное количество очков, ну это понятно. Интересно добавить то, что при убийстве другого персонажа вы отнимаете у него часть очков. Также в данном режиме действуют следующие ограничения. Игра в отрядах не поддерживается, но это плюс. Естественно, если кажется сам за себя, как можно отрядом играть, непонятно. Размер награды и возможность обыска схрона зависит от места по итогам боя. Ну, то есть, ты последний там, например, по итогам боя, то, возможно, ты даже и схрон не сможешь открыть. Соответственно, награда у тебя будет, скорее всего, никакая. Так, аномальная ветвь развития умений. Давно уже эту ветку анонсировали, даже, по-моему, отдельная статья была на сайте, посвященная аномалиям и артефактам. Так, аномалии, артефакты — важный элемент игрового процесса Survarium. И мы рады сообщить, что аномальная ветвь развития умений готова и будет выпущена в обновлении 0.3.0. Эти умения сконцентрированы на уменьшении урона от аномалий, а также на повышении эффективности использования артефактов. Обратите внимание, что с вводом данной ветви для активации артефакта придется изучить специальный навык. То есть, теперь, скорее всего, если у вас специальный навык не активирован, да, то смысла вам артефакты собирать не будет, вы просто не сможете их активировать. Так, ну, полезное нововведение для тех, кто часто пользуется артефактами, действительно. А кому они, как бы сказать, совсем не нужны, то, естественно, и ветку прокачивать совсем не будут. Так, ну, конечно же, новое оружие и экипировку, даже без него. С выходом обновления 0.3.0 все группировки получат новую экипировку или оружие, ну, как обычно. Бродяги определенно порадуются крупнокалиберному усилению. В их арсенале появится сразу две штурмовые винтовки с компоновкой Bullpup. Bullpup — это такая схема компоновки оружия, при котором спусковой крючок вынесен вперед и расположен перед магазином и ударным механизмом, а не как бы сзади, как, например, у АКМ. Так, значит, ОЦ-14 9 уровень экипировки — это у бродяг, и ВХС-2 10 уровень будет. А также легендарная снайперская винтовка Barrett M82 на 10 уровне. Так, также будет крупное пополнение черного рынка. Компанию тяжелому штурмовому бронежилету составит штурмовая винтовка SCAR-H и легкий пулемет FM Mini-Mini. Все предметы доступны на 10 уровне экипировки. Ну, все высокоуровневые шматье и оружие. Так, экипировка армии Возрождения пополнит сразу двумя комплектами. На третьем уровне экипировки вас ждет комплект брони АЗК, защиты от аномалий. Это полезная штука, да. Например, для новичков, кто начинает качаться, например, эту группировку, то там как бы защита немного, да, на самом деле, на тех уровнях. Ну вот, скорее всего, этот скриншотик слева, это она и есть. Так, на 7 уровне экипировки комплект снайперской брони, отлично подходящий мобильным снайперам поддержки. Ну, скорее всего, вот этот. Так, экипировка поселения Край пополнится комплектом брони Велес, доступным на 7 уровне репутации. У этого комплекта брони нет явно выраженных достоинств и недостатков, поэтому он подойдет игрокам, предпочитающим менять стиль игры по ходу боя. Ну, такой, скорее всего, средний по показателям, средний по броне, средний по защите от аномалий. Так, вот этот справа, скорее всего, скриншотик. Так, новое внутриигровое обучение. Так, хотя данное изменение рассчитано на новых игроков, надеемся, что опытным бойцам тоже кое-что пригодится, скажем так. На самом деле изменения коснулись не только обучения, мы полностью переработали начало игры, чтобы сделать погружение в игровой процесс более плавным, а также дать вам достаточно времени и информации, чтобы освоиться в Survarium. Ну, это вот очень штука полезная для новичков. Я помню, когда я пришел в эту игру где-то, это было чуть больше года назад, то как бы да, первые разы очень много было, честно говоря, непонятно в игре. То есть там никаких подсказок не было, ничего, никакого обучающего видео от разработчиков не было. Чисто вот на YouTube я заходил, искал ролики по Survarium и смотрел вот. Кучу роликов, помню, перелопатил, чтобы что-то хотя бы понять. Потому что очень много было непоняток, скажем, там в игре. Как там, что делать поначалу.
экипироваться, патроны. Сейчас, конечно, стало чуть попроще намного. Плюс эти видео вышли обучающие. Так, выбор лица персонажа. Долгое время персонажи были братьями-близнецами. Мы рады сообщить, что в обновлении 0.3.0 вы сможете изменить лицо своего персонажа, выбрав один из предложенных вариантов. Это можно сделать при создании нового персонажа или смене имени. Ну, то есть просто так мы не сможем его менять. Только если имя захотел поменять, например, одну букву поменял в имени, можешь лицо выбрать. Или, например, для тех, кто заново входит в игру, ну не заново, а новые игроки, то они могут выбирать. Честно говоря, вот такие они, если вот такие будут, то это, мои лица персонажа, честно говоря, не напоминает. Внимание, их разыскивает милиция. Такие морды чисто уголовные. Не знаю, откуда они их брали, может быть, в какой-то радикальной украинской группировке. Не знаю. Эти вот точно, раз, два, три, какие-то уголовнички. Нельзя, что ли, что-нибудь поинтереснее создать, честно говоря, да. Фантазии, видимо, маловато у людей. Это далеко не все изменения, которые вы увидите в обновлении 0.3.0. В ближайшие дни мы расскажем о других нововведениях. Полный список изменений мы опубликуем одновременно с запуском специального тестового сервера ПТС. Следите за новостями. Но опять же, дорогие товарищи разработчики из компании Восток Геймс, дайте уже нам на ПТС все оружие потестить, которое вы новое вводите, и также экипировку. Потому что я, честно говоря, не вижу смысла заходить на тестовый сервер, если там все эти вот ваши нововведения закрыты. Там, честно говоря, поэтому народу-то всегда и мало. Но людей заинтересовывать. Смысл вот заходить туда действительно. Я захожу и вижу то же самое экипировку, что у меня было на этом. Ну, на основе. Единственное, что вот можно потестить, новый режим. А так я ни оружие новое не могу взять, ни экипировку. Как бы. Ну, зашел, поиграл 1-2 боя. Как в предыдущем ПТС заходил, хотел все на Лондоне поиграть. Так не попал. Лондон постоянно влетал. Либо вообще не попадал. То есть там зашел раз, два, три, ну 5, может быть, боев я сыграл на ПТС, не помню, честно говоря, может быть 10. Потом просто мне не интересно там делать, там нечего. Ничего не могу потестить, просто так бегать, стрелять. Смысла нет, легче на основе поиграть. Там хоть какие-то зарабатываешь очки опыта и репутации и так далее, серебро. Так, ну на этом у меня все. Заходите на мой канал, с вами был Мульдрусан. Всем удачи, всем пока.